Hola, en este vídeo verás 40 modelos de ropa bonita y elegante. Lo más interesante, al final del vídeo. Elige y escribe en los comentarios el número del modelo que más te gusta. Enlaces a todos los modelos, como siempre, en la descripción. Y no te olvides de suscribirte para no perderte el próximo vídeo. Юбка А-силуэта в теплом бежевом оттенке. Материал средней плотности, с легким рельефом. Состоит из 95% полиэстера и 5% спандекса. Юбка подойдет для элегантных демисезонных образов. Сочетается с блузами и джемперами в любой расцветке. Узкая черная юбка до середины колена из трикотажного материала с разрезом и пуговицами спереди на завышенной линии талии. Изготовлена из 95% хлопка и 5% спандекса. Сочетается с кроп-топами, блузами и футболками, заправленными внутрь. Обтягивающая юбка-карандаш темно-синего цвета с крупным цветочным принтом в розовой гамме. На талии резинка. Материал эластичный, из 95% полиэстера и 5% спандекса. Сочетается с белыми и в пастельных тонах блузами, топами, аксессуарами. Обтягивающая юбка-карандаш длиной до середины колена из ткани со смешанным принтом золотисто-черной гамме. Изготовлена из 92% полиэстера, 8% спандекса. Эластичная, тонкая, сочетается с белым и черным, с теплой коричневой гаммой. Юбка на запах с высокой талией и узлом-бантом, из ткани с леопардовым принтом. Состав материала 100% полиэстер, не тянется. Сочетается с однотонными блузами и топами в нейтральной гамме, с босоножками и туфлями на каблуке, с кедами. Расклешенная черная юбка миди с белым леопардовым принтом. Спереди высокий разрез, сшита из 100% полиэстера. Впишется в элегантные образы с блузами и каблуком, комфортные повседневные наряды с футболками, кедами или сандалиями. Нарядная облегающая юбка черного цвета в белый горох с пышным воланом типа русалка из органзы. Основной материал состоит из 95% полиэстера, 5% спандекса, эластичный, тонкий, сочетается с изящными летними туфлями и босоножками на каблуках. Зауженная юбка с разрезом, оригинальной линией талии и драпировкой спереди, выполнена из материала с розово-красным цветочным принтом в теплой гамме. Состоит из 100% полиэстера, не эластичная, сзади застегивается на потайную молнию. Облегающая юбка-карандаш из черной ткани в вертикальную полоску, визуально стройнит бедра и ноги, на талии резинка. Материал из 95% полиэстера, 5% спандекса, эластичный. Сочетается с белыми, сине-голубыми, красными предметами гардероба. Юбка А-силуэта в складку из искусственной кожи, приглушенно-рыже-коричневого оттенка. Застегивается на молнию сбоку. Теплая, подойдет для демисезонных и зимних комплектов. Сочетается с большим количеством ярких и нейтральных цветов. Узкая эластичная юбка-карандаш черного цвета с белым цветочным принтом. На талии резинка. Состав ткани 95% полиэстер, 5% спандекс. Подойдет для весны, лета и теплой осени. Сочетается с однотонными блузками и топами любого оттенка. Юбка-карандаш пыльно-розового оттенка с высоким разрезом спереди и резинкой на талии. Материал тонкий, немного тянется. Состоит из 95% полиэстера и 5% спандекса. Носится с телесным бесшовным бельем в теплое время года, с кедами и каблуками. Черная юбка-карандаш классического кроя с высоким разрезом спереди. Изготовлена из эластичной тонкой ткани 95% полиэстера, 5% спандекса. С нарядным топом или блузкой, каблуками и броскими аксессуарами впишется в вечерний образ. Оригинальная летняя юбка до середины колена из тонкой черно-белой полосатой ткани с диагональным разрезом спереди. Застегивается на молнии на спинке. Изготовлена из 95% хлопка, 5% спандекса. Подойдет для летних прогулок и отпуска. Расклешенная юбка ниже колена в насыщенном оттенке бургунди. Материал из 95% полиэстера, 5% спандекса. Плотный, для осени, весны или прохладного лета. По бокам карманы, сбоку застежка на молнию. Сочетается с туфлями и демисезонными ботинками. Соблазнительная черная юбка прямого кроя с разрезом спереди. Выполнена из искусственной кожи с 50% содержанием полиэстера. Немного тянется. Подойдет для демисезонных образов с блузами и джемперами. Также для вечерних летних выходов.
Юбка-карандаш с высоким разрезом спереди из искусственной кожи в ярком оттенке фуксии. Материал из 50% кожи, 50% полиэстера. Юбка станет акцентом летних и демисезонных образов. Сочетается с денимом, вещами белого, черного, синего цвета. Броская серебристая юбка-карандаш с высокой линией талии и разрезом спереди. Изготовлена из 50% искусственной кожи, 50% полиэстера. Подойдет для оригинальных образов на вечеринку. Сочетается с кроссовками, туфлями и босоножками на каблуке. Ярко-фиолетовая юбка прямого кроя с разрезом спереди и с тонкой искусственной кожи. Застегивается сбоку на молнию. Сочетается с нейтральной гаммой, с яркими и пастельными желтыми, розовыми оттенками, с рубашками и куртками из денима. Обтягивающая юбка-карандаш из тонкой глянцевой ткани с рисунком крокодилии кожи. Состав 95% полиэстера, 5% эластана. Мягкая, тянется. Подойдет для прогулок, свиданий, вечерних выходов. Сочетается с блузами и топами без броских украшений. Юбка-карандаш из ткани красно-бордового цвета в классическую шотландскую клетку. Изготовленная из 100% полиэстера. Средней плотности, немного тянется. Подойдет для работы и учебы. Сочетается с кедами, туфлями, полуботинками и однотонным верхом. Женственная черная юбка с разрезом, пуговицами и широкой кружевной вставкой по низу. Основной материал из 95% полиэстера, 5% спандекса. Немного тянется. Сочетается с однотонными блузами и топами простого кроя. С обувью на каблуке. Летняя блузка бирюзового цвета с белым принтом далматинец. Широкий асимметричный разрез, застежка на пуговице. Изготовлена из 100% полиэстера. Легкая, непрозрачная. Сочетается с футболками, топами, сандалями, босоножками, белыми кедами. Пышная коричневая юбка-колокол завышенной талии на шнуровке. Поясом типа бумажный пакет. Низ с перфорацией и фестонами. Изготовлена из мягкой ткани, напоминающей замшу. Состав 100% полиэстер. Подойдет для весны, осени и прохладного лета. Юбка-колокол в складку с присборенным поясом, со шнуровкой и оригинальным низом с перфорацией и фестончатым краем. Выполнена в приглушенном оттенке хаки. Сочетается с блузами, футболками, джемперами простого кроя или с объемными рукавами. Асимметричная юбка миди прямого кроя с широким разрезом на запах и пуговицами. Ткань с мелким многоцветным цветочным принтом. Состав 100% полиэстер. Не тянется, не прозрачный. Сочетается с нейтральными и в тон принта топами и блузками. Черная юбка по колено А-силуэта. Сбоку застегивается на молнии. Изготовленная из 100% полиэстера. Непрозрачная, с легким блеском. Вещь для базового гардероба. Подойдет для формальных, рабочих и нарядных, с яркими деталями образов. Узкая юбка-карандаш с черно-белым принтом, гусиная лапка и тонкой рюшей по низу подола. Изготовлена из 95% полиэстера, 5% спандекса. Тонкая, хорошо тянется. Сзади разрез. Подойдет для демисезонных и летних нарядов, для работы и на выход. Расклешенная летящая юбка в нежно-холодном бежевом оттенке с белым растительным принтом. Пояс типа бумажный пакет со шнуровкой. Материал 100% полиэстер, тонкий, струящийся. Подойдет для работы и нежных, романтичных образов. Плиссированная юбка из рыже-коричневой искусственной кожи. Сбоку застегивается на молнию. Плотная, теплая, подойдет для осени и зимы. Вписывается в множество образов. С блузами, джемперами, толстовками, обувью на каблуке и плоском ходу. Черная плиссированная юбка из плотной искусственной кожи с застежкой на молнию в боковом шве. Подойдет для демисезонных и зимних образов с кроссовками, ботильонами, туфлями, сапогами, блузами и джемперами в любой цветовой гамме. Темно-зеленая плиссированная юбка с застежкой на молнию из искусственной кожи. Плотная, есть легкий блеск. Подходит для холодного времени года. Сочетается с нейтральной цветовой гаммой, с бордовым, фиолетовым, горчичным оттенками. Плиссированная юбка из искусственной кожи насыщенного темно-синего оттенка. Сбоку застегивается на молнию. Плотная, подойдет для демисезонных и зимних комплектов. Сочетается с блузами, джемперами, элегантной и полуспортивной обувью. Легкая женственная юбка на молнии с асимметричным низом, украшенным воланом. Ткань с тропическим принтом на черном фоне. Изготовлена из смеси разных сортов хлопка. Слегка тянется. Подойдет для летних прогулок и отпускных образов.
Юбка силуэта в рыже-коричневом цвете с декоративными пуговицами и молнией в боковом шве. Состав 55% полиэстера, 45% искусственной кожи. Подходит для холодных дней. Сочетается с оттенками синего, бордовыми, красными, нейтральной гаммой. Черная юбка силуэта из искусственной кожи с легким блеском. Спереди украшена пуговицами. Застегивается на молнию. Материал мягкий и теплый. Сочетается с однотонными и с рисунком блузами, джемперами, свитерами и толстовками. Асимметричная юбка из тонкого атласа нюдового оттенка с черным пятнистым принтом. Спереди декоративный узел, изготовленный из 97% полиэстера, 3% спандекса. Не тянется, не просвечивается. Сочетается с босоножками и легкими кедами. Черная облегающая юбка-карандаш чуть ниже колена с контрастным цветочным принтом. Изготовлена из 95% полиэстера и 5% спандекса. Тонкая, эластичная, подойдет для теплого времени года. Носится с босоножками, туфлями или сандалями. Нежная летняя юбка-карандаш цвета увядающей розы с цветочным принтом. Изготовлена из эластичной синтетики. На талии пояс резинка. Сочетается с блузами, футболками и топами белого, бежевого, вишневого, темно-синего, хаки оттенков. Базовая черная юбка ниже колен, а силуэта с карманом. Сбоку застегивается на молнию. Изготовлена из 95% полиэстера, 5% спандекса. Немного тянется. Материал довольно плотный, подойдет для осенних нарядов или прохладной весны и лета. Расклешенная юбка завышенной талии из искусственной кожи в оттенке бургунди. Передняя часть декорирована пуговицами. Сбоку застежка на молнии. Подойдет для осени, весны и зимы. Сочетается с синими, зелеными, нейтральными оттенками.